Ты свои пуговки ему ничего не сделаешь, разве что спину пощекочешь. А, красавчик, ну да. Выключай его нахрен. Задержи эту кнопку, он убежал уже. Feel better? Of course you do. Я надеюсь, ты знаешь, что делать для своего персонажа во время замеса? Ты знаешь, что по нему не надо стрелять от твоего первого дерьма, а надо ставить щит и ставить ловушки быстрее-быстрее вокруг него и в разных местах, чтобы он никого не кидал. Чё? Под мостом хавает, ну, быстрее. Окружать ты его направо ушел. Где он? Есть, моргните. Вот, вижу, вижу. Моргни. Щит не забудь включить вновь. Давай щит ставь. Поймали. Теперь вон, до кого вы бьете? Feel free to die. Strap out. Reaver, let's put him down. There's a dock here. Вот он у меня. I'm ready. Черт, медик, ты лечить меня будешь или как? Who needs a shield? Bars are. I'm hurt. Медик, там это... Энигмус. Поднимай меня. Убежал. Меня поднимите. Отдужить можно. That was not enough. Feel free to die. У Энигмуса джетпак какой-то странный такой. Короче, вперед как-то летает. В воде пошел. Ты моргать не забываешь, чтобы мы видели. На какой там, на пью, да? Да, да. I see you, deadly plant. You will not keep San Marco. Hello, Mammoth Bird. You will not stop us today. Вот он, вот он, вот он. Куда он делся? Слышим, а не вижу. Вот он, вот он, вот он. Куда я моргаю, туда он идет. Вот Энигмус правильно бежит. Энигмус не туда, на стресс, налево Энигмус. Да-да-да-да. Дейзи, где ты шляешься? Дебаганная собака какая-то, она то туда, то сюда бегает. Я думал, что за ней бегать надо, она. Не, ну вообще, когда она на свет нападает, за ней нужно бежать. Ну. А так она вообще что-то куда-то уходит. Она на месте иногда кружится с места на место.
Ну все, жопу надо идти защищать. Ну да, пошли. Тапер, ловушки оставляй. Сейчас приходишь на базу, ну на к этому релей, и сразу ставь эти гарпуны дофига прям в разных точках. Не в одном месте, чтобы он одним ударом их не разнес, а чтобы в разных точках, и чтобы они там все его, короче, начали держать. Кстати, а сколько гарпунов нужно, чтобы его удержать? Один гарпун его точно держит, просто он его с одного удара разносит. Так-то просто их много, если сделать, им уже надо будет все разносить сразу. Так, все, вижу релей, ставлю ловушки. Нет. Ты по всему полю разбросай, он же когда с нами драться будет, он же не будет его бить. Лазарус! Черт, медик сдох. Да он то в растение попадает, то прилетает где-то. О, молодец, трейпер. Красавчик, ставь. О, в разных местах. Поднимать, если что, буду, короче, под невидимкой. Ага, вот он. Видишь, разные дамбы, где слип воды. Пока еще не зашивается. Поднялся. Сейчас отойди чуть-чуть, а то он с края вас скинет. Нам лучше на этой площадке драться. Сейчас он, короче, заходит, и ты ставь щит здесь. Поднять, что ли, может, не пойму. Дейзи, поднимайся. А, Дейзи, это собака, хер с ней. Камнем приложил по морде. Не, он нас специально провоцирует, мы спустились. Я постреляю по нему туда. Лови авиаудар от Нины. Все, поднялся. На позиции, на позиции. Медик, лечи нас, Энигмус. Медик, не стреляй, лечи. Сейчас подохну. Я лёг. Не убивай. Я помогу. Давайте, блин, трудно будет, но мы должны его замочить.
щит перезаряжается. Чем он ее бьет? На что? Ну, давай, Никлас, поднимай, поднимай. Во! Я невидимку включил, так меня поднять надо бы. Подходи, подходи. А, черт, как ты сдох. Твою мать. Медик, красава, вообще. Да, надо поставить, может убежать. Уже убегает, щит. Щит, 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 Дейзи. Скорее, щит. Поздняк. А он не отхилится никак же. Да? А если он покушает там? А по-моему нет, я когда заиграл, я пытался отхилиться, жрал, жрал. Я просто за мастер еще не играл. И чё, ничья, что ли, будет, когда раунд закончится? Я думаю, он отхилиться сможет, вот только за ним идти не стоит. Сейчас у нас отделит от релея. Он-то быстрее нас, и снесёт релей. Да, не спорю, ну блин, и хер знает тогда, что делать. Он сюда явно не будет идти. Ну он, блин, только если ему отсюда уйдет. Ой, меня захавали. Ну можно пока расставить ловушки, я считаю. Ну поставь, да. Иди ставь гарпуны, да. Около релея ставь гарпуны, бурдалак. Я пока на шухере поставил. I have extended your life. Use your time wisely. That was not enough. Feel free to die. Энигмус, а чё у тебя за скиллы? Ты же за какого-то другого медика играешь. У деда медика. У него сильнее снайперка. Ну, в смысле, она у него удобнее, мощнее бьет и так далее. Там уходим на дома. А я сейчас на робота коплю, на вид робки. Он там ракетами стреляет, что-то роботы ставят, да. Дронов. Я так понимаю, охотники проигрывают, если монстры не матч. Да, даже выигрывают. Замечательно.